Сочный, аппетитный, вкусный и неимоверно питательный салат из вешенок и кальмаров. Подойдет салат для основного приема пищи или в качестве дополнения к гарнирам, а можно и на праздничный стол. Кальмары используем маринованные, вешенки поджарим с луком. Свежести салата добавим огурцами, также в рецепте используем куриные яйца. Заправка может быть любой, майонез или сметана, на ваш выбор. Вешенки 200 грамм. Маринованные кальмары 150 грамм. Куриное яйцо 1 штука. Огурец 1 штука. Лук 1 штука. Майонез 2 столовые ложки. Масло растительное 2 столовые ложки. Соль по вкусу. Перец по вкусу. Количество порций 2. Подготовьте ингредиенты. Очистите лук, нарежьте полукольцами. Вешенки сполосните и просушите, нарежьте произвольно. Жарьте грибы и лук несколько минут с добавлением растительного масла. Огурец вымойте и просушите, нарежьте полосками. Переложите огурец в салатник. Добавьте в салат маринованные кальмары, нарезанные небольшими кусочками. Куриное яйцо отварите и нарежьте небольшими кубиками, добавьте в салат. Следом выложите грибы и лук со сковороды. Заправьте салат майонезом, добавьте соль и перец. Перемешайте все и подавайте салат к столу. Приятного аппетита!